С нашими детьми с удовольствием играют обычные дети, обучают их, включают в игры, стараются им рассказать правила игры, стараются помочь, и они друг другу самостоятельно иногда объясняют, в чем проблема. Допустим, есть мальчик, который не говорит, и я слышала лично вот такой диалог между обычными детьми, когда один другого спрашивает: слушай, а вот Нил не говорит, странно, а почему? И второму совершенно не задумываясь отвечает: ты знаешь, я думаю, он когда-то был иностранцем, поэтому он просто пока не знает язык. Понимаете, никакой проблемы не существует до тех пор, пока взрослые дети мне объяснят, что это проблема. Дети не злые, дети хорошие. У нас психиатр с 3 лет ставит такой диагноз, потому что считается, что до 3 лет ребенок может по-разному развиваться, компенсироваться, и поэтому нет смысла до 3 лет обращаться к психиатру, который, собственно говоря, и может поставить этот диагноз. Вот. Поэтому существуют альтернативные такие способы, как вот НКО, да, социально ориентированные организации некоммерческие, которые может быстрее, чем до 3 лет, могут определить этот диагноз, поставить, да, и уже начать заниматься. Мы меняем мир, мы меняем вас, ушедшую любовь кто-то вернет сейчас. Вашей нет вины, не будем прятать глаз, если этот мир такими увидел вас.